Минприроды России работает над созданием базы для перевода оплаты жителей за обращение с твердыми коммунальными отходами из расчета фактического накопления, а не норматива. Соответствующее решение подготовлено для внесения в правительство страны. К старту реформы мусорной отрасли тарифы на вывоз отходов в регионах были экономически обоснованно утверждены. Но нормативы накопления отходов не везде оказались выставлены корректно, что и спровоцировало в некоторых территориях несправедливое ценообразование. Напомним, согласно национальному проекту «Экология», новая система обращения с отходами должна привести к увеличению объема отходов, направленных на обработку.